Доброе утро, мои дорогие зрители. Начинаем новую неделю. Начинаем новую страницу очередную. Очень интересную. Воскресенье вчера, как прошел день. Мой муж был на выборах. Был на выборах. Выборы как закончились? Точных цифр не знаю. И это было вчера. Ну, вроде бы намечается второй этап. Я весь день занималась шитьем и закончила где-то в 2 часа, уже просто глаза болели. Платье мое, ну, очень быстро растет платье мое. Скоро из него что-то будет уже видно. Я прям всеми мыслями об этом платье, поэтому сегодня вышла на набережную на небольшое время, потому что у нас сегодня конференция в Анталии с 2 часов до 10 вечера. Весь день мы будем смотреть, чем занимаются наши партнеры. У меня не получилось поехать, потому что я приняла такое решение. У меня другие планы, совсем грандиозные планы. И очень много сейчас дел, мои дорогие. Я такая счастливая, что я вышла все-таки. Еще думала, не успею. Все рассчитано, каждый час рассчитала. И думаю, ну хотя бы на полчаса выйти, подышать этим морем. Боже мой, ведь оно вам так нравится. Вы тоже любите смотреть на море. Посмотрите, какое оно чудесное. Но утром прохладненько так, знаете. Я хоть курточку взяла с собой. Но ручки замерзли. Ну классно. И мы еще спим под теплыми одеялами. Не знаю, как другие, но я сплю под теплым одеялом с закрытыми окнами. Потому что так прохладно, и сквозняки кругом, поэтому закрываем. Да, вот такие вот дела. Надо успеть. Сегодня решила приготовить курочку. Пожарю, потому что готовить некогда. Закину ее в духовку. А вчера я делала фасоль зеленую и плов. Прям будильник. 7:30. Все под контролем. Полчаса у меня есть, чтобы 8 я уже вернулась. Но я сегодня, мне кажется, не буду до Марины ходить, а сокращу свой путь, потому что все время рассчитано. Удачного дня и хорошего настроения. Сегодня у нас базар. Посмотрим, что есть. Ой, как я хочу черешню. Только сейчас они, видите, все собираются, разбирают. Так это все происходит. А может, там будет черешенка? Посмотрим. Пока не видно. Картошечку там надо сегодня вечер купить. Раскладываю цены, пока еще не знаю. А здесь более-менее... Ой, боже, какая зелень. Мы сколько кушаем зелени, мой муж что приносит, все мы кушаем. Видите, цены пока не написаны. Вот. Персики какие. Арбузы, черешни нет с утра. Авокадо, кажется. Ну, посмотрим, авокадо 85 лир. Подешевело. Я возвращаюсь с зумба, а тут что-то произошло. И машина загорелась. Там пожарники. Видите? Очень интересно, столько людей собралось. Сейчас пойду посмотрю, что там творится. Вот машина. Опасно. Поближе от нее. Сгорела машина, друзья мои. Кошмар. Дом горит. Дом горит, друзья мои. Сам
понять, как она загорелась. Как это связано с пожаром в доме. Мимо меня. Пошла я домой, а то мой муж уже звонит, нервничает. Обхожу другой дорогой. И в этом районе, везде отключили свет в этом доме. Фишки заработали. Как страшно. Испанники мимо меня. Вон дым какой. Всем доброе утро, мои дорогие друзья. Сейчас я прохожу мимо дома, где вчера был пожар. И посмотрим с вами на место события. Вот так как такие домики, они старые уже. Больше 20 лет, мне кажется. А где пожар-то был? Тут я не вижу. А, вот. Последний этаж. Раз, два, третий дом. Вот. Друзья, я не вижу. А, вот, смотрите. Там был пожар. Видите? Ну, конечно, все сгорело. Кто бы сомневался. Это как крыша или... Интересно, живут там или нет? Да, наверное, жили люди. Как чердак. Естественно, все сгорело. Так что вот... И машина каким-то образом вчера горела. Тоже непонятно все. Может, в течение дня узнаю. Но людей было очень много. Все было паника. А я иду на набережную. Вот почему-то до часу вчера сидела, шила. Платье почти готово. Остались боковые срезы и подол. Все красиво, все аккуратно, мои дорогие. Довольна своей работой. Иду на набережную, просто проснулась по начало пятого, но рано было. Потом решила, второй раз легла, и вот трудно так было встать, поэтому. Возле меня вот есть такой бутик. Интересные мне вещи продают. Комбинезон такой двухсторонний. Что-то можно и самой подумать на эту тему. У меня много вещей. Вон блузка тоже такая интересная, да? Блузочки. У меня много вещей, которые уже мне надоели, но хорошего качества есть. И вот я сейчас думаю, как их можно изменить, мои дорогие. Сегодня у меня так мой муж удивил, как только я пришла, смотрите, он завтракает, я ему картошечку пожарила. Только я пришла, он встал. Ну, неважно, это хорошо, что все. Смотрите, что я себе сегодня приготовила. Это смузи. У меня был замороженный шпинат. Сюда я добавила петрушку, мяту и чуть-чуть огурец и лимон, пол лимона. И водой заполнила. Я сейчас буду это пить впервые. Смузи называется. Так хочется посмотреть, что это. Мой муж подкалывает и говорит, еще добавь туда помидоры и сразу помолодеешь. Сразу. Дашка, думатес керек. Койма. Вот так нам весело. А я такая сегодня уставшая, Наши птичечки любимые. Давно Мавишка не показывали вам. Мавишочек, Мавиш. Камеру любит Мавиш. Мавиш звезда. А эти две звездочки мои.
Мавель как смотрит в экран, телефон любит, любит. О, лапуся моя. Вчера мне клюнул в губу. Этот вот хулиганчик клюнул мне в губу. Состояние у меня такое сонное. У меня они так хорошо распускаются. Мои красавчики. Угу. Кстати, у меня и перчик появился уже. Видите, урожай скоро буду собирать. Так, еще что новое? Эти распускаются усиленно. Тут такого роста я не заметила. Но новые появились. Вот, видите? Так, вот этот цветочек единственный сохранился, остальные все заболели. Вот. Так хорошо, смотрите, мы открыли, полностью открыли наше окно. Так классно, сразу столько воздуха появилось, как будто живем на улице. Ну просто единственный минус в том, что теперь птичек проблема выпускать. Мы вчера их только поздно вечером Ашкам здесь на балкон вышел, я тогда занималась шитьем после зумбы. Очень вчера устала. Такие потные все были. Такая нагрузка была. Еще этот пожар. И душ приняла и опять продолжила шить. Сейчас покажу вам, что я там нашила. Мне так нравится, так нравится. Перелила я в этот стакан, буду сейчас пить. Ну что, мои дорогие, будем здоровы. Я такая отключенная, просто какая-то не проснувшаяся, и кофе выпила, и сейчас буду это смузи пить вместе с вами. У меня сегодня очень знаменательный день. Сегодня моя дочь идет на собеседование. И видно, я у меня немножко, хотя я держусь в руках, но какой-то стресс все-таки чувствуется. В 11 часов собеседования. В 10 она приехала туда, и в 11. За здоровье, за мое гражданство Грузии. Это вкусно, лимон какой вкусный, даже соль не надо, друзья мои. Ашкин, чок лезет ли? Афетусон говорит. Та ты на боковак из термосон? Не хочет пробовать. Мне это очень понравилось. Очень вкусно. Вот этот лимон потрясающий вкус дает. Я не знаю, может, надо эту мякоть кушать, но я решила без нее. Это лимонный сок, мята. Еще там у меня осталось чуть-чуть. Оно настоится и будет классно. В общем, вот такие вот у меня новости. Пошла я переодеваться. У меня стирка сейчас. А, платье вам покажу. Покажу вам блузу, обещала несколько раз. Посмотрите, какая вышла красивая. Какие рукава. Когда одену костюм, естественно, покажу. Я и петельку сделала. Я пока еще оно не постиранное у меня. Смотрите, видите, как впереди вот так идет. Вот так будет поясок. Вот так. Ну, а сзади вот, смотрите, все классно обработано. Здесь все сделано. Как говорится, супер-пупер. Кулиска. Такие рукава у меня спущенные, раскрешенные. Ну, супер костюм вышел. А здесь у меня платье. Осталось у меня совсем чуть-чуть. Вот такие рукава я вчера. Ткань же тонкая, видите, просвечивает так она. И очень сложно было придумать здесь что-то такое. И я вот резиночку, видите, по отдельности пока сейчас буду, вот осталось шить мне и все. Вот такие будут воздушные они, видите. Поломала одну иглу, потому что резинку растягивала, когда строчила ее, именно встрочила несколько раз. Вот вышел, получился такой эффект, очень аккуратно, ну красиво. Вот, мои дорогие, это изнанка такое вышло. Ну, просто обалденное платье, обалденно красивое. Конечно, оверлок, если был, я бы столько не несколько раз вокруг зигзагом обработала. Ну, вот и все, мои дорогие. Вот какие у меня продвижения вперед. Вот так вот
Здесь у меня застрочено. Распорю. Здесь, видите, тоже у меня, господи, эта ткань клейковина, чтобы было так красиво. Все красиво. Это изнанка. Но платье простое, но все равно возиться стоило. Эти рюши делать тоже очень долго. Вот, мои дорогие, мои успехи. Ну вот, мое платье готово. Постирала уже. Надо его чуть-чуть отгладить. И все. Вот такое вышло. Смотрите. Какое красивое. А рукавчики какие. Красотень. Фонарики. Когда померяю, покажу вам. Ой, упала. Вот и неудачно повесила. Вот такое вышло. Ставьте лайки, подпишись на мой канал. Не забудь нажать на колокольчик и поделиться моим каналом с вашими друзьями и близкими. Всех вас люблю и ценю. С вами Светлана Ата.